Всем привет! Продолжаем ходить по нашему городу, по моему городу, Санкт-Петербургу. Большая Московская улица 13. Архитекторы Юргенс. Год постройки 1876-1877. Стиль эклектика. Доходный дом Рянгина. Юргенс Эммануил Густавич. Техник городской управы. 1876-1877 год. В 1850-х годах участок Большой Московской улицы принадлежал коллежскому советнику и кавалеру Карлу Карловичу фон дер Фуру. Его отец, гравер из Саксонии Карл Фридрих, состоял в русской службе с 1809 года и умер при Николае I. Деревянный дом упоминается в третьей части дворянской родословной книги о Рязанской губернии. В записи от 25 февраля 1846 года, относящейся к сыну фон дер Фура, коллежскому асессору Карлу Фридриху, родившемуся в 1816 году, по окончании Московского университета, в 1840 году служившего в звании лекаря ординатором в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале. В 1841 он был определен с чином коллежского асессора прозектором анатомии в университете Святого Владимира в Киеве, где заведовал зоологическим кабинетом. Затем служил врачом при Второй Киевской гимназии. В 1845-м был врачом в Рязанской имении генерала от инфантерии князя Петра Волконского и жены церемонимейстера княгини Марии Волконской. В 1861-м петербургский провизор фон дер Фур открыл в Колпине частную аптеку, быстро завоевавшую покупателей широким ассортиментом и более низкими по сравнению с госпитальной аптекой ценами. Я пользуюсь сайтом сети Волс. В 1877-м архитектор Юргенс закончил строительство пятиэтажного лицевого дома с таким же флигелем по бокам. Трехэтажный дом по задней границе. И в таком виде изделение было сдано по контракту на 10 лет второму петербургскому ремесленному училищу. В 1895-1901 дом принадлежал крупному домовладельцу, попечителю Мариинско-Сергиевского приюта, потомственному почетному гражданину Михаилу Михайловичу Рянгину, продавшему дом потомственному почетному гражданину Петру Петровичу Ларионову. Последний владел домом до 1913 года. В этом доме, а также в Деминовском переулке, несколько помещений занимали классы основного в 1873-м второго реального шестиклассного училища до постройки собственного здания. В училище имелись лаборатории, хорошая библиотека. Среди преподавателей были магистры университета. Работы учеников экспонировались на Всемирной художественной промышленной выставке в Москве. Осенью 1872 года в это училище поступил будущий выдающийся композитор Александр Константинович Глазунов, который окончил его в 1883 году. В годы учебы в училище юноша познакомился с главой могучей кучки Балакиревым и Римским-Корсаковым, которые стали его учителями. В 1904-1917 годах здесь жил гражданский инженер Гусев. Вот есть данные ленинградского мартиролога, что здесь жил Саркан Эрнест Яковлевич, национальность латыш, осудивший орган комиссии НКВД и прокуратуры СССР, статья 58.6.19.11. Вот все данные, которые есть на сайте City Walls, что-то я взял в интернете, по дому номер 13, улица Большая Московская. Все, всем привет, всем пока, до свидания.